В Ненецком округе продолжается призывная кампания. Накануне на сборный пункт в Архангельск была отправлена первая команда срочников. Это те ребята, которые имеют идеальное здоровье. Служить их определили в военно-морской флот. На проводах бойцов побывала и наша съемочная группа. Алина Выучейская расскажет подробнее. Крепкие объятия и слезы грусти. Это на целый год прощаются Павел и Александра. У молодой семьи не так давно родился малыш, и тут такая новость. Папу забирают в армию. Впрочем, молодой человек настроен позитивно и готов служить родине. 2020 год начался хорошо, и в принципе он заканчивается. Он дает какие-то новые этапы для того, чтобы пройти вот эти вот все трудности и стать уже более такими сильными людьми. Как вот. Готовились к армии? Морально, может быть, там? Ну, скорее всего, только морально, потому что была такая как бы линия того, то, что все-таки неохота уезжать, неохота, вот только начали жить, семья своя, ребенок свой, и поэтому как бы было немножко грустно. Но так уже морально все уже утряслось, готовы. И на самом деле сообщили не так давно, что его забирают, поэтому времени подготовиться особо не было. Наверное... Смирились. Да, наверное, смирились просто. Олега Кропачева провожают, кажется, все родственники. Тети и дяди, братья и сестры и, конечно, родители. Он мне с самого детства готовился к армии. Конечно. А без армии сейчас куда? Не поступить никуда, ни на работу устроиться. Так что будем ждать нашего сыночка. Парень будто и не верит, что через каких-то пару часов покинет родной город на целый год. Впереди служба в военно-морском флоте. А что знаете вообще о флоте? О флоте? Мне рассказывали только. Дедушка рассказывал много о флоте. А так я сам ничего не знаю. Перед тем, как призывники отправятся на распределительный пункт Архангельска, обязательный осмотр в местном военкомате. Медики должны убедиться, что у будущих солдат нет синяков и ссадин. А также проводят обязательную термометрию. Конечно же, вот эта вот пандемия и борьба с коронавирусом, она накладывает свой отпечаток на нашу работу, прежде всего накладывает, потому что нам приходится все профилактические меры принимать. Вот везде в коридоры, вы заметили, висят специальные аппараты для обеззараживания воздуха. Соответственно, все мы работаем в масках, эти обеззараживающие средства применяются для уборки. Но тем не усложняется отправка на сборный пункт, ведь через профилакторий все происходит, а не сразу туда. То есть ребят проверяют, там анализы берут повторно. Вот при отправке мы делаем термометрию, проверяем, какая температура. В первую группу призывников попали ребята с идеальной группой здоровья. Все они предварительно получили путевку в Калининград. Кто-то будет служить в морской пехоте, кто-то на корабле. Окончательное распределение произойдет на сборном пункте столицы Поморья. Алина Вулчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».